Добрый день, дорогие друзья! Давно хотел записать это видео, и вот это видео будет для вас. Видео будет называться... Кстати, да, предыстория всей этой ситуации. Просто последней каплей было сообщение из WhatsApp. Я отправил ролики, видео, как я пою. И вот мне моя знакомая девушка, молодая, красивая, добрая, написала: «Талант не пропьешь». Ну вот, и теперь я вам немножко развернутое видео такое сделаю. Да, действительно, талант не пропьешь. И еще есть такая, еще там следом идет поговорка: и на хлеб не намажешь. Поэтому о талантливых людях я скажу я вам. Не особо талантливый человек. Ну, я так думаю, что не скажешь же, что я талант, правильно? Это же вообще будет из рук вон выходящее событие. Ну, я просто сталкивался в жизни с разными людьми, которые были очень талантливы. В музыке вот у меня была, значит, очень хорошая знакомая. Живет она в городе Кемерово. Она профессиональная пианистка. То есть человек, который может исполнить на фортепиано Баха, Шуберта и любую музыку, которую вы ей скажете. То есть человек настолько профессионально играл на фортепиане, но я думаю, сейчас она тоже играет, я просто давно ее не видел. Вот, это вот человек-талант. Встречал одного талантливого человека, который по идейным соображениям не хотел платить налоги. То есть он работал в области теневого бизнеса. Ну, тоже талант. Талантливый человек по части неуплатов налогов. Что сейчас с ним, я не знаю, но это особо-то и не важно. Но я о таланте. Значит, встречал я людей, которые, ну, в общем-то, ладно, об этом я не буду. Тоже очень это, талантливые человеки, люди, то есть люди-человеки, люди талантливые в области маркетинга, то есть тоже очень талантливые люди, то есть человеки-люди, люди-человеки. То есть я что хочу сказать, тут еще есть одно такое правило, которое действует для талантливых людей. Талантливый человек талантлив во всем, чем бы он ни занимался, что бы он ни делал в определенный промежуток времени, то есть от того, что он поет, начинает потом писать картины. У меня частенько спрашивают: а вы умеете вообще рисовать или писать? Я говорю: ну да, я в художественной школе учился 3 года в городе Белово. 3 года я учился, поэтому чему-то я научился. Но я скажу вам так, что я лучше нарисую, чем человек, который вообще не подготовленный в этой области. Это однозначно уже. А если бы я остался жить в городе Белово, может быть, я бы стал художником. Ну, это не важно. Я, в общем-то, о таланте. Поэтому, как бы то ни было, талантливые люди, они есть, будут. И с каждым годом их, может быть, все будет больше, талантливых людей. Поэтому вот о таланте такое развернутое видео будет. Дорогие друзья, кому понравилось такое видео, пишите комментарии мне обязательно, подписывайтесь на мой канал на YouTube. Кстати, мне одного подписчика не хватает. Если самые активные, самые дисциплинированные, подпишитесь на мой канал. Название канала — Николай Кныш, путешествия автомобили. Подписывайтесь на мой канал. Желаю вам сибирского здоровья и, как я люблю говорить, кавказского долголетия. Всего вам доброго, дорогие друзья.